Вот такая красивая вечерняя Анталия. Улички такие узенькие. Я сюда еле на такси доехала. Сейчас немножечко прогуляюсь. Так как я приехала очень поздно, уже 10, особо у меня времени нет. Может быть, сейчас найду какую-то кафешку перекусить чего-то. И пойду в номер спать. О, какой огромный таракан! Хера себе! Обалдеть! Вот уже осень. Тут что-то прям такое красивое. Не могу. Надо пойти посмотреть. Порт. Это порт. Сейчас посмотрим. О, тут сифуд. А я сифуд не хочу. Добренькое утро. Я переночевала в гостинице в Анталии. Вчера вечером было очень темно, поэтому снять номер решила я сегодня. Вот. Вход, как говорится, номер очень маленький. Душевая. Манюника, раковина. Нет никаких ни шампуней, ни мыла. А нет, мыло есть жидкое. Вот ни шампуней, ни зубных щеток, ничего нет. Вот. Полотенечки такие. Конечно же, не первой свежести. Ну, нормальные, чистые, ничего страшного. Вот за 30 евро в сутки очень даже неплохо. Вот такой вот деревянный красивый шкаф. Такая вот деревянная красивая тумбочка, или как это, столик называется. Вот, и фишка этого номера — вот такая вот кровать. Сорян, это мои трусы висят, сохнут. А вот по ступенечкам сюда поднимаешься, такие сиденьки две, очень-очень милый атмосферный номер. Спалось мне неплохо. Ну, шумно, конечно, потому что окна здесь, видите, какие. Все деревянное. Вот. Звукоизоляции нет. Если хотите выспаться, то вам не сюда. Вот. А так, расположение номера в гостинице вообще супер. Телевизорчик. Я не включала. Картинка. Очень такой пожилой PC, но он работает. Вот, так что никаких проблем не было. Постелька удобная, мягкая, чистая, все хорошо. Вот. Такие вот ключик сюда вставляется, чтобы работала вся свет и все остальное. А, и еще вот такой прикол. Вот, вот открываешь, и туда можно чемодан положить, и там вещи какие-то. В общем, экономия пространства очень хорошая. Так что мне номер понравился. Классно. Недорого. Вода горячая есть. Ну, в общем, у меня претензий ноль. Классно. Чекаут. Я на втором этаже. Сейчас мне пилить по вот этой лесенке. С чемоданом. Не очень, конечно, здорово, но ничего. Не первый раз. Так вот, поехали в аэропорт.
очень жарко. Вот здесь такая ресепшн. Со стульчиками. Yeah, check out, please. Такая красотишка здесь. Вот. Зданька красивая. Все, сейчас со мной приедет такси, я поеду. Немножко красивых дневных видов. Вчера снимала вечером. Тоже очень красиво. Ну и сейчас тоже здорово. Интересно, как раз. Я уже в аэропорту получила посадочный. И сейчас иду на тот самый паспортный контроль. Господи, совсем так как-то устала, что все из головы вылетает. Вот. Очень все понятно, очень все просто в аэропорту в Анталии. Зашел, чемоданы проверили, пошел, сдал багаж, получил посадочный, поднялся по эскалатору наверх, и все, и идешь на паспорт-контроль. Нужно где-то примоститься. Мне здесь не нравится. Прям негде сесть. Дьюти-фришка. Здесь нет мест, капец. Короче, жесть. Везде грязно, со столов никто не убирает. Сидишь как в свинарнике, я вообще отвыкла от такого. Вот, после Дубая тут кажется вообще просто катастрофа какая-то. Приятно. Купила себе кофе, купила себе какой-то сэндвич, вот, и заплатила за это 360 лир. Не знаю, мне кажется, это дорого. Посмотрела тоже другие цены здесь в кафешках. Ну, вообще какие-то. За бутерброд 20 евро, это, честно говоря, что-то странное. Вот. А это я взяла кафешки по типу Burger King, тоже рядом какой-то Louisiana Kitchen. Ну, в общем, такое. Ну, такая вот, такой бутерброд с сухой курицей. Кофе ужас горький, это вообще не латте. Короче, херню какую-то взяла, вот не рекомендую. Все, немножко поработала и иду, у меня гейт 15, сейчас надо искать 10-11. Цены, конечно, у них в аэропорту пипец, я аж прозрела. Бутылка воды 0,5 обычной простой воды, 3 евро. Совсем тут у них в Турции крыша поехала. Вот. Так что я лучше подожду самолета. И там уже... О, вон вижу мой гейт. И там уже мне дадут мою бесплатную воду. Вот реально цены капец. Воняет сигаретами на всю, блядь, эту самую, на весь гейт. Капец, фу. А, у меня 17D. Мне очень повезло.
Ясно, я еду на трех сиденьях. Так что полет будет комфортненький, я надеюсь. Надеюсь, потому что сзади дети, слева дети, впереди дети. Ну, что делаешь? Там вот и рука.